Здравствуйте, я Анна. Добро пожаловать в Budapest Real Estate Club. Обычно мы промотируем наше видео, рассказывая о том, как прекрасно инвестировать в недвижимость в столице Венгрии, Будапеште. Сегодня я хочу представить абсолютно новую возможность для инвесторов. Наш клиент попросил нас сделать исследовательское путешествие на запад Венгрии. Мы находимся в небольшом городе, называется Мошеваревер, который находится на границе Австрии и Венгрии. Это буквально 10 километров от границы. Город находится прямо на дороге М1, которая ведет из Будапешта в Австрию, а потом из Мюнхена. Это очень популярный небольшой город, где местные жители очень любят снимать квартиры, потому что многие венгры из других регионов страны снимают квартиру по той причине, что они работают в Австрии. Они не могут себе позволить снимать квартиру в Австрии, потому что это очень дорого. Соответственно, 10 километров от границы Австро-Венгрии – это прекрасная возможность для инвестиций. Вчера мы посетили более 12 возможностей для инвестиций. Возможности для инвестиций по заказу нашего клиента должна быть квартира 2-3 комнаты или более. У него лимитированный бюджет. Что же мы обнаружим в этом прекрасном городе? Вся недвижимость делится на три группы. Первая группа – это в действительности исторические здания, которым 100-200 лет, которые требуют, в принципе, достаточно больших вложений для того, чтобы отреконструировать. Но вы можете найти прекрасную возможность в историческом центре этого прекрасного города. Вторая возможность для инвестиций – это советские постройки, как мы говорим, панельные дома. Их очень много на рынке. Рабочие в действительности с очень большим удовольствием снимают такие квартиры. Очень часто работники, которые работают в Австрии, они делят эту квартиру примерно на 2-3 человека, покрывая тем самым свои расходы. И третья возможность для инвестиций, абсолютно тоже уникальная. Это новые, абсолютно новые отреконструированные дома. Мы посетили несколько агентств недвижимости. Что же мы узнали? В 2017 году на рынке недвижимости появится 500 квартир. Большинство комплексов только построены, и вы можете сами выбрать, какой отделочный материал вы хотите установить, какие плитки, паркеты и так далее вы можете выбрать. Давайте поговорим о ценах. Цены по сравнению с Будапештом. В Будапеште вы можете найти по такой же цене однокомнатную студию в нормальном районе. Здесь вы за эти же деньги можете приобрести квартиру, даже двухэтажную квартиру, которая будет составлять до 100 квадратных метров. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, обращайтесь к нам, не стесняйтесь, задавайте ваши вопросы. Возможно, вы захотите тоже изучить другие возможности для инвестиций вашего капитала в других регионах Венгрии и заказать у нас эту специальную услугу. Более подробную информацию вы можете найти на нашем канале и нашем веб-сайте. Спасибо, Анна.